Вот так вот, друзья, практически бесшумно запустился двигатель Toyota Camry. Это не обычная Toyota Camry, это гибридная версия. Машина приехала в Россию по схеме параллельного импорта. Сколько стоит и какие ее отличительные особенности, давайте смотреть. Под капотом мы видим бензиновый 4-цилиндровый рядный двигатель. Объем 2,5 литра, мощностью 218 лошадиных сил. Работает в паре с вариатором. Тип привода передний. Закроем капот. Давайте заглушим автомобиль, чтобы не сильно дымить. Заодно посмотрим, как выглядит рабочее место водителя. В общем, вот так вот у нас устроено рабочее место водителя в гибридной Toyota Camry. Здесь мультируль отделан кожей, без обогрева. В общем, здесь из теплых опций есть только отопитель салона и все. Кстати, климат здесь двухзонный. Передний ряд сидений не греется, боковые зеркала не греются, лоб не греется. Щиток приборов комбинированный, центральная часть встроен ЖК-монитор бортового компьютера. Проекции на лобовое стекло нет. Верхняя часть пропризы отделана мягким шумопоглощающим винилом. Мультимедийная система. Здесь у нас отображается картинка с камеры сзади. Сейчас включим. Оценивайте изображение. Дальше. Крышка перчаточного ящика с микролифтом. Куча различных мануалов в Toyota. Это у нас мануал на арабском языке. Дальше мануал на английском языке. Еще два небольших мануала на английском и на арабском. В центральной части парапризы мы видим вставку из кожи, прострочка. Здесь у нас вставка из пластика под карбон. Ниже, сейчас посмотрим, USB разъем. Дальше розетка на 12 вольт, беспроводная зарядка для телефонов, селектор вариатора, несколько режимов езды, экономичный, нормальный, спортивный, система автохолд, электромеханический ручник, подстаканники. Вот так вот выглядит ниша подлокотника. Отделка сидений ткань. Кресло переднего пассажира регулируется механически. Кресло водителя регулируется за счет электроприводов. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету механически. Пойдемте посмотрим, как выглядит автомобиль снаружи. Отличительные особенности гибрида. Это мы видим в нижней части дверей хромированный молдинг, надпись Camry. Колесные диски здесь 18-е. Вид сзади. Оптика светодиодная, комбинированная. Здесь поворотники на лампах. Эмблема Toyota имеет синий контур, что означает гибрид. И надпись снизу у нас тоже гибрид. В заднем бампере, кроме камеры сзади, есть еще датчики парковки. Посмотрим обстановку на втором ряду. Отделка дверной карты комбинированная. Сверху черный пластик. В центральной части коричневый пластик, органайзер. В подлокотнике мы видим подстаканники. В задней части переднего подлокотника у нас ничего нет, кроме дефлекторов от климатической системы. Кармашки. Над передним рядом расположился люк. Над вторым рядом расположился плафон освещения. Теперь, друзья, что касается стоимости вот этого замечательного автомобиля Toyota Camry гибридной версии. Продается машина за 4 300 тысяч рублей. Напомню, что автомобиль 22 года выпуска и приехал к нам из Арабских Эмиратов. Но как вам гибридная версия, понравилась или нет, пишите в комментариях. А на этом у меня все. До новых встреч!